В Красноярске на улице Симафорной произошло обрушение надземного пешеходного перехода. Как сообщили в местном управлении МЧС, ЧП произошло 5 июля в 13:08 по местному времени. По предварительной информации, причиной обрушения надземного перехода стало ДТП. В опору виадука врезался проезжающий мимо КАМАЗ, что и стало причиной обвала перехода. Согласно последним данным, в результате аварии пострадали 3 человека – водитель КАМАЗа и 2 пешехода, которые шли в момент аварии по мосту. На ликвидацию от МЧС России привлечено 22 человека и 7 единиц техники. По факту обрушения моста начата доследственная проверка.